Больше недели в Чебоксарах ищут пропавшего пожилого мужчину. Михаил Никитич Никитин ушел из дома по проспекту Тракторостроителей днем 27 сентября. Активисты, Следственный комитет и полиция ведут поиски 92-летнего мужчины. Ему на вид 90-95 лет, невысокий, худощавого телосложения, был одет в черное пальто, коричневую фуражку, синие брюки и коричневые ботинки. Если у вас есть информация о местонахождении Никитина Михаила Никитича, звоните по указанным на экране телефонам.